кантри-кросс относительно молодая дисциплина, стремительно набирающая популярность у любителей активного и спортивного отдыха на колесах. Если ралли-рейды слишком долго, а трофи-рейды слишком медленно, то кантри-кросс может стать идеальным решением. По отношению удовольствия на каждый затраченный час кантри-кросс уже давно опередил большинство других спортивных дисциплин. Гонки проводятся часто всего за один день на относительно коротких кольцевых внедорожных трассах, проложенных в достаточно труднопроходимых местах. Небольшие отрезки полного бездорожья перемежаются с грунтовыми проселками, лесными тросами, песчаными пляжами, косогорами и тому подобными вкусностями. В качестве транспортного средства могут выступать квадроциклы, ATV или родственные с ними пагеры. В любом случае море удовольствия и адреналина гарантировано. Доброе утро, Ukrainian Cross Country. Кантри-кросс среди квадроциклов и багги. Чемпионат Украины, первый этап 2020 года. Киев, мототрек Пирогова. 52, по-моему, зарегистрированных экипажа было, но там пару участвуют сразу в нескольких классах. Народу, конечно, еще съезжается и съезжается. Со всей Украины экипажи. Классы Junior 90-125. По кубатуре 90-125 сантиметров, ATV, ATV Cross, квадры и багги, там два класса, UTV Turbo Amateur и UTV Turbo Profi. В профи вам выдают, по-моему, те, кто имеет звание чемпиона Украины в каком-нибудь там автомобильном или мотоциклетном спорте, а все остальные в UTV Turbo Amateur. Хотя там два или три человека с аматора еще заявились в профи, можно заявиться в два класса, и будут ездить и там, и там. Едут, по-моему, по два заезда у них там, я не помню, 10 кругов или что-то такое. У детей 3 заезда. Для детей своя трасса, а для квадров и багги своя. Вот это взрослая трасса. Не знаю, только подошел сейчас. Чуть пройдем, посмотрим, что там дальше. Ну, детская трасса, там, кто знает, это мотокроссная, которая рядом с той горной. Они по ней будут ездить. А взрослая, какие-то поля тут, я так понял. Сейчас пройдемся чуть дальше, посмотрим, что за трасса. Трасса такая длинная, извилистая, подъемы, спуски много, я смотрю, трамплинов никаких нет, в основном такие прямики, резкие повороты. Ну, будет, наверное, интересно. Забыл сказать, этап называется «Ледяной драйв». Ну, ледяной, конечно, это громко сказано. Сейчас днем, наверное, все плюс 10 будет, зима уже заканчивается, а ее и не было. В общем, у нас осень, плавно переходящая в весну. Ну, ледяной драйв. В общем, трасса где-то километров 7. Я сейчас, конечно же, всю не обойду, а то потом задолбусь. А во время гонки, конечно же, все обойду. Ладно, идем пока в лагерь. Скоро будет официальное открытие. Уважаемые участники, ну мы приветствуем вас. Сегодня такое масштабное открытие с открытием сезона первого этапа чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов «Ледяной драйв». Ваши аплодисменты. Организаторы максимально старались сделать так, чтобы название гонки соответствовало погодным условиям, но в этом году зима просто не оставила никаких шансов. Ни льда, ни снега, к сожалению или к счастью, но при этом замечательная весенняя, теплая, солнечная погода. Поэтому удовольствие от гонки вам всем гарантировано. В сегодняшних соревнованиях для квадроциклов и багги, в которых могут принимать участие и опытные участники, и абсолютные новички, а также дети от 6 лет. Всего больше 15 квадроциклов, 30 багги и полсотни участников со всех уголков нашей необъятной страны. Давайте поаплодируем сами себе за то, что сегодня сюда приехали. Вам предстоит специально подготовленная внедорожная трасса протяжностью 7 километров, состоящая из перепрыгивания
резких виражей, скользкой глины, песка, льда и травы. Кроме того, в этом году обновились классы для участников. Будут аматоры, то есть новички, да, и для профессиональных спортсменов. Приятно отметить, что на этом первом этапе чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов много юниоров. Нашим самым маленьким спортсменам предстоит тоже не менее сложная трасса. Давайте все вместе поаплодируем нашим новичкам, нашим самым маленьким участникам, будущим профессиональным спортсменам. Ну и, конечно же, не забываем, что Ukrainian Cross Country – это официальное соревнование, которое имеет статус чемпионата Украины, по итогам которых присваиваются спортивные звания и разряды. И как раз по этому поводу прошу всех аплодисментами поприветствовать и приглашаем на эту сцену кандидата в мастера спорта Украины Мысика Владимира. Для вручения удостоверения кандидата в мастера спорта Украины ваши аплодисменты. Алекс, первый креативный коньяк в стиле фьюжн. Биокон, система GPS-мониторинга. Общественная организация MotoHealth, которая предоставили маршала на сегодняшнее соревнование. Техническая поддержка, квадросервис «Железяка». Туристический партнер, Travel Company White Storm. Информационные партнеры, проект 52 и медиапортал «Авторея». Ваши аплодисменты. Главы Голосеевской районной государственной администрации садовому Сергею Николаевичу. Также слово скажет генеральный секретарь Федерации мотоциклетного спорта Украины Якимчук Василий Платонович и народный депутат Украины сегодня к нам приехал Александр Юрченко. Вам слово. Шановні друзі, ми вас вітаємо на прекрасній землі Голосіївській, міста Києва. Бажаємо вам класно позмагатися, без травм, а нехай переможе сильніший. Свято нас всіх. І хочемо подякувати такою подякою Савкіну Руслану Геннадійовичу за вагомий внесок у розвиток кантрі-кросу для квадроциклів, популяризацію фізичної культури та спорту на території Голосіївського району міста Києва. Вітаємо! А його ні. Де він? Там є хвороба. А, все зрозуміло, тоді передасте. Дякуємо. А вон там есть. Вон он идет. Руслан? Да. Витаю. Спасибо. Звук классный. Спасибо. Друзі, дякую вам, що ви займаєтесь спортом. Дякую, що ви займаєтесь саме таким спортом. Я бажаю вам отримати чудово великого задоволення. Бажаю вам перемогти. І, звичайно, бажаю вам побільше адреналіну сьогодні. Зі святом вас, друзі. Шановні спортсмени, дозвольте від імені Федерації мотоциклетного спорту України привітати вас з відкриттям спортивного сезону 2020, першого етапу чемпіонату України з кантри-кросу. Дуже приємно, що багато спортсменів перезимували в таку тяжку зиму, і сьогодні в нас хороший день. Я шуткую, але дійсно в цьому році зима для спорту якраз була розполагаюча в тому, що можемо тренуватися. Три місяці зими. Тому, я думаю, результати будуть сьогодні всі відомі і всі будуть гарні результати. Траса дуже цікава. Ще раз вітаю вас з відкриттям чемпіонату спортивного сезону 2020. Найкраще вам побажання. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, бережіть своїх діток. Це майбутнє мотоциклетного спорту нашої держави. Дякую.
участники. Всем удачи, всем удовольствия от сегодняшней гонки. Я приглашаю для проведения брифинга Самкина Руслана и для перепроверки присутствующих здесь спортсменов Власенко Лену. Направлены в том порядке, в котором вы будете стартовать. То есть сразу сориентируйтесь. Но после первого заезда вашего у вас будет абсолютно меняться старт в зависимости от результатов заезда, от идеального времени. Поэтому обратите внимание, что второй заезд у вас будет другая стартовка. То же самое касается детей. У них меняется каждый заезд. Первый, второй и третий заезды каждый раз будут меняться. Ну и... Да. Зазор вам дадут хронометристы. Я даже вам не скажу. Сейчас вам Руслан скажет. В зависимости зазор всегда рассчитывается от количества участников на трассе, чтобы успеть всех вывести. Все, прошу, Руслан. Ребят, доброе утро. Вас с открытием гонки сезона. У нас был первый этап сложный. Здесь была один раз трасса в 2012 году. Были переломы. Было много поломанной техники. Обгоны на трассе есть. Есть два куска по 200 метров кустов. Там нету обгона. Или идите по кустам. Ну там будет чревато последствия. То есть 200 метров, я думаю, можно покурить по дороге. Там дальше можно есть везде обгон. Трасса маркирована лентами и стрелками. Вся? Вся. Ну, я, ну, конечно, не все поле я буду говорить, но она вся читается. Повороты. Будет ознакомительный круг, да. Я поставил на трассе два знака опасности. Первый знак опасности – это у вас правый поворот. Практически вы вытормаживаетесь к нулю. Вы не вывернете не так, там стоит очень большое дерево. Очень большое. Оно не сносится. Нести нельзя, Руслан. Смотрите, это первый знак опасности. Второй знак опасности у вас будет на склоне. Я его поставил снизу две, справа и слева есть две ямки. У ТВшка может еще кое-как, а квадрик может нырнуть туда. Потому смотрите, это два единственных знака опасности. Хотел попросить вас по на старт. Согласно регламенту, за 10 минут вы обязаны быть при стартовой зоне. Если Марина вас будет выстраивать и человека нету по стартовке, вы автоматом становитесь зад. Если вы не успели за... уже уехали, соответственно, вы уже не едете никуда. Ребят, мы не успеем за вами бегать, потому что старт там, лагерь там. То есть я в двух классах еду, а там получается 15 минут, я прикрыл. Да. Как мне задействовать? Финиш, с финиша с канистрой, там кто-то, у тебя с командой есть, тебя заправили и поехал дальше. Сейчас, единственное, что обращу внимание, у вас такой разрыв только в одном заезде, в последнем. Мы специально пытались вас хоть немножко между квадрами расставить, чтобы было время. Ну а последний, это уже как бы на выживание. Ну да, надо правильно смотреть. Ну да. Ребят, по трассе еще добавлю. У квадров и у баги две разные трассы, концовки разные. Баги идут на высокий подъем, туда, куда квадры не едут. Сейчас будет ознакомительный, я и Юра будем вас вести. То есть я останавливаюсь, квадроциклы прижимаются все влево, баги идут все за Юрой. Вот Юра. Вот. Да, Юра. Он у него Полярис. Все едут за ним. Он доедет! Он доедет в эту гору! Сейчас Юра поедет на X3, за ним не едет. Ребят, еще раз. Не пропустите, я выйду с УТВшки, дальше буду вас останавливать. Ладрики все останавливаются возле меня, пропускаем УТВшки, и мы уходим в другую сторону. На каждом заезде вам будут перекручивать ленты, чтобы вы не ошибились. Ну, УТВшка не промажет, там сходу идет наверх. Там только входа. Так, в принципе, все. Если есть вопросы, ребят, задавайте, пока есть. Ребят, по детской трассе. У нас есть, за детей отвечает Сергей. Он полностью будет курировать все. Детей лелеять, носить на руках, за ними бегать. Он лучший из лучших, который воспитывает детский квадроспорт. А мы знаем его. Ну, все знают, да. Но я просто всем... Сереж, скажи еще ты напутственное слово для детей.
Ребят, еще раз, участники, вы сейчас уже не дети, вы участники, вы спортсмены. Я хочу, чтобы родители все поняли и объяснили это детям сейчас, пока есть время. Петя. Это чемпионат Украины. Это статус, это уровень. Это не то, что мы делали до этого, это не клубная покатушка. Вы должны понимать, что вы профессиональные, уже практически спортсмены. Вы идете на чемпиона Украины. Подумайте об этом, родители, еще раз донесите это до детей. Вы должны соблюдать правила. Чем отличается обычная покатушка от соревнований? Правила. Уважайте соперника, не подрезайте, не сталкивайте, уважайте. Если чувствуете, что слабее, пропустите того, кто идет сзади. Вас слишком мало, вы все дороги для нас, мы вас любим, уважаем, и вы уважаете также друг друга, уважаете соперников. Гонка закончилась, вы все вместе гуляете в футбол, отдыхаете, вы друзья, рвать на трассе не надо. Безопасность ваша прежде всего. Родители, еще раз, ваши дети, пожалуйста, помогите нам, организаторам, обеспечить безопасность на трассе. Встаньте вдоль трассы, болейте, фотографируйте. Чужих детей не бывает. Застрял ребенок, остановился, не дай бог перевернулся, где-то квадриком накрыло. Сразу бежим, переворачиваем, помогаем. На трассе есть маршалы, но это не догма, это только помощь. Помните, как бы ваши дети, да, и мы в ответе за своих детей. Помогайте нам, организаторам, и гонка пройдет классно. Детвора, всем удачи. Все, ребят, давайте на ознакомить. Ага. Еще он гайки крутит, да? Бывает такое.